Европарламент призвал пресечь попытки России вмешиваться в процесс принятия в ЕС решений. Согласно резолюции, одобренной в Страсбурге подавляющим большинством голосов, Москва вербует среди политиков агентов влияния и пытается восстановить сети своих союзников в Европе. По мнению депутата из Литвы, эта деятельность представляет собой большую опасность для демократии, в частности для выборов. Proxies in different areas, because in the very beginning, since this war, large-scale war started, we saw that those proxies were silent. Now they much more brave again to speak, to be outspoken. Шпионский скандал разгорелся и получил название «Russiagate» после того, как интернет-издание The Insider, занимающееся журналистскими расследованиями, обвинило евродепутата от Латвии Татьяну Жданок в связях с российскими спецслужбами. Выступая на пленарном заседании во вторник, она отвергла такие обвинения. They say Татьяна Жданок is an agent. Yes, I am an agent. An agent for peace, an agent for Europe without fascism, an agent for minority rights. An agent for United Europe from Lisbon to Ural. Европарламент начал расследование по делу Жданок. Ей запретили участвовать в июньских выборах. Румынский депутат предложил вводить санкции против коллег, увлеченных в сотрудничестве с Россией. If someone in the European Parliament is working obviously for and with Putin, that means that they shouldn't get the chance to speak in this house, because their voice is the propaganda voice. На основании взломанной переписки инсайдер утверждает, что Жданок отправляла отчеты в ФСБ. Законодатель якобы встречалась со своим куратором из ее пятой службы и назвала своим заданием поддерживать прокремлевские настроения в родном Балтийском регионе.